Анонс и точная дата выхода 17 серии турецкого сериала «Скорпион». 17 серия сериала выйдет в эфир 8 апреля. Напомним, а ранее в сериале мы увидели, как Перихан собирается любыми способами превратить жизнь Ферды и Араса в настоящий ад. Они обязательно пожалеют, что появились на свет. Ахмед намерен во что бы то ни стало найти своего ребенка, и никто не сможет его остановить. Пока он это не сделает и не станет своему ребенку настоящим отцом, то не боится ни своей смерти, ни чьей-либо другой. И он сказал про свои намерения Ферде, что ее сильно насторожило. Его терпение находится на грани, и он дал всего лишь сутки Ферде для того, чтобы она сообщила, где находится его дочь. Когда Ферда ехала в такси, то позвонила в полицейский участок и сообщила о том, что ей хотелось бы подать важное заявление. После этого звонка в одно из игорных заведений, принадлежащее Ахмету, приехали сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы провести обыск. Перихан не может поверить в то, что Ахмед на самом деле является биологическим отцом Айшем. Такая новость ее шокировала. Арас не сомневается в том, что Дуру по-прежнему влюблена в него. Ведь когда он оказывается рядом, то Дуру даже говорить не может. И он чувствует, как ее сердце начинает биться сильнее. После этих слов Арас поцеловал Дуру, но она не подозревала, что все это снимается на камеру. Ахмед похитил Мерве, и для того, чтобы спасти свою дочь, Ферда начинает шантажировать Перихан. У нее есть одна интересная видеозапись, но Ферда отдаст ее Перихан только после того, как увидит свою дочь. Напомним, 17 серия сериала выйдет в эфир 8 апреля. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.